Евгеньевич, я предлагаю пойти домой. Какая туча? Какая туча? Самое время пойти домой, как считаешь? И гром уже слышно, Ванюша, я домой хочу. Пойдем домой. Мы сейчас просто в камешки поиграем, а потом просто промокнем. Господи, как будто Армагеддон грядет. Еще поиграем, не песочек. Еще и в песочек поиграем. Это. Этим можно будет прикрыться от ливня. Очень нельзя. Мамочки. Так прикольно, когда меняется светокоррекция в телефоне, и кажется, что там... Господи, там уже сверкает, Ванюша. Ванюша. Малышик. Малышик. Там сверкает уже, смотри. Пойдем дальше. Пойдем дальше? Да. Не бережешь, мать.